Мировой рекорд по запуску воздушных шаров. Посмотрим. В 1986 году в Кливленде США попытались установить мировой рекорд по количеству одновременно запущенных в небо воздушных шариков. Гигантское облако зависло над городом. Внизу все затаили дыхание в ожидании данного события. Огромное облако состоит из разноцветных воздушных шаров, наполненных гелием. Их все одновременно выпустили в небо прямо в центре города. Всего гигантская туча насчитывала 1,5 миллиона шариков. Затраты на организацию мероприятия составили $500 000. А для наполнения шариков гелием задействовали 2500 добровольцев. А о возможных последствиях столь оригинального события никто даже и не думал. Казалось бы, вполне безопасное развлечение. Но на самом деле ситуация обернулась не так, как планировалось. Восторг и удивление очевидцев длилось недолго. Погода решила внести свои коррективы во все происходящее. Надвигалась сильная гроза, сопровождающаяся дождем. Из-за этого громадная шариковая туча начала опускаться вниз. Шары стали падать буквально повсюду. Это стало причиной отмены авиарейсов в местном аэропорту, так как взлетно-посадочная полоса была заблокирована. На дорогах города произошло много автомобильных аварий, спровоцированных теми самыми шарами. Также они помешали спасательным работам по поиску пропавших рыбаков на озере Эри. Они так и не вернулись домой, погибли. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное. Всем удачи и пока!